сбоку. И Карнаухов. И режет угол. Там правила еще на нем нарушены. Карнаухов. Ну, тут такой тачдаун получается. Да, еще и гол. И судья засчитывает эту шайбу. Карнаухов сейчас как танк попер. Набрал хорошую скорость. И она ему позволила угол срезать. И протаранить Адама Хуску. Давайте смотреть. Да, Орлов уже он и проткнул. Сначала Орлов цеплял, и здесь мы видим, подталкивает Карнаухова. Да, но Хуска сначала эту шайбу поймал, а потом мы видим, подталкивает Орлов, и попадая уже, Карнаухов задевает в падении. Вот тут и еще ногой сзади подбивал. И этого хватило движения, чтобы потом шайба заползла. Ну и поздравление Павлу Карнаухову. 12-я шайба в нынешнем сезоне.